Всем привет, подписчики моего канала и гости. Все время забываю включать камеру, когда готовлю. Вспомнила сейчас неожиданно. Но уже я загрузила баночки вот помидорками. Буду делать маринованные помидоры на зиму. 2 1,5-литровые баночки. Сейчас буду все показывать дальше. Так, значит, здесь у меня 1,5-литровая баночка. На дно я положила такой чай, 1/2 чайной ложечки черного перца горошком. Потом положила листочек базилика. Вот, чеснок порезала, листик хрена, такой молоденький, небольшой. Так, и еще что я положила? И вишню. А, еще я положила семена укропа, вот. Мне потому что свежего нет укропа, вот, положила семена, которые были на огороде. Вот, кипячу тут воду, чтобы залить баночки. Здесь у меня крышки. Вот здесь у меня свекла варится. Это просто для салатиками. Вот, значит, сейчас будем заливать баночки горячей водой, кипяточком. Так, сюда вот я вас поставлю на подоконник, чтобы было видно. Так, значит, у нас закипела вода. Я кладу ложечку вот так, чтобы баночка не лопнула. Но они у меня стерилизованные банки, поэтому думаю, что не лопнут ничего. Я сначала немножко туда кипяточка. Чуть-чуть. Как раз. Даже можно, в принципе, без ложечки. Потому что они кипяченые на банке. Так. Сейчас подождем немножечко. Будем заливать дальше. Я, наверное, половником буду. Я люблю половничком сначала, чтобы аккуратненько, чтобы не лопнуть. Вот раз. Я думаю, наверное, мало мне будет водички здесь. Придется, наверное, заметить чайник. Наверное, не хватит. А может, хватит. Посмотрим. У меня уже сварился, я выключаю. Хочу сделать свеклу, натереть на терке с чесночком, с майонезом на обед. Да, немножко, наверное, не хватит, потому что хватит. А, наверное, хватит. Вот. Ура! Все хватило. О, отлично, прям впритык. Так, через край прям. Все, баночки мои постояли. Сейчас буду их сливать. Еще хотела добавить чеснока мелкого, то есть через пресс его пропустить, чтобы такой, как снежок был. Не знаю, сейчас его добавить. Наверное, добавлю потом. Вот, все, сейчас буду сливать. Смотри, сколько у меня будет литров. Вот, мерный стаканчик. Так, уже литр, вот литр. Выливаю в кастрюлю. Литр. Со
совсем чуть-чуть, наверное. Литр 100. Литр 100. Сейчас будем рассол. О, собачки. Я забыла. Записывала рецепт рассола в тетрадь. Тетрадь потеряла. Буду сейчас на глаз делать. Ну, как примерно. Буду смотреть, пробовать. Вот. Так, сейчас чесночка добавим в баночку. Оп, чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть? Несколько головок. Я люблю так побольше чесночка, чтобы... Сочный такой. Ой. Молодой. Купила там в городе на развале. Вот. Видите? Значит, пробовать будем рассол такой. Столовая ложка соли с горкой. Пока так будем, попробуем, потом еще что добавим. Столовая ложка соли с горкой. 3 ложки сахара. Столовая. И 7, где-то примерно ложечек уксуса 9%. Будем так делать, потом попробуем. Попробуем. Да, сладенькие, хорошие. Так, не знаю, может даже немножко соли можно добавить, чуть-чуть. Сладенькие будут, вкусные. И тогда, значит, так я 7 ложек чайных хотела на литр, а мне 1,5. Так, очень вкусный получился рассол. Так, значит, мы сделаем 11 ложек чайных. 11 чайных ложечек уксуса будем добавлять. Все, добавила уксус. 11 ложечек. Сейчас закипит и зальем в баночки. Все, заливаем рассолом в баночки. Крышки еще раз поставила прокипятить, чтобы все как следует, чтобы не сдулись они у нас. Сейчас, оп. Красота. Рассол еще остался. Ну, ничего страшного. Сейчас все крышечками закрываю. И буду закатывать. Все, готовы наши баночки. Такие красивые получились. Как будто снежок. Видите? Пока 2. Ну, не знаю, может, еще закрою. У меня тут сейчас остались помидоры. Просто у меня таких банок 1,5-литровых больше нет. Не знаю, может, 2 закрою или 3. Сейчас переверну их. Накрою одеяльцем. И все. И они будут остывать. Зимой будем кушать.